Флоренс Эвелин Нисбит, американская натурщица, актриса, участница кардебалета, одна из девушек Гибсона, получила скандальную известность благодаря делу об убийстве ее бывшего любовника, архитектора Стэнфорда Уайта, ее первым мужем, Гарри Ту. Анита Мариане Экберг, шведская актриса и фотомодель. Наиболее известна ролью Сильвии в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь» 1960 года и считается одним из секс-символов итальянского кино 60-х годов. Хеди Ламар, австрийская и американская киноактриса и изобретательница, чья популярность пришлась на 1930-1940-е годы. Мировую известность ей принес чехословацко австрийский фильм Густава Махаты «Экстаз», 1933, роль Евы. Десятиминутная сцена купания обнаженной девушки в лесном озере, вполне невинная по меркам 21 века, в 1933 году вызвала бурю эмоций. Картину запретили к показу в ряде стран, с цензурными купюрами она была выпущена в прокат лишь через несколько лет. Бет Дэвис, полное имя Рут Элизабет Дэвис, американская актриса. В 1999 году Американский институт кино поставил Бет Дэвис на второе место в списке величайших актрис в истории Голливуда. Первый человек в истории мирового кинематографа, номинированный на 11 Оскаров, получив, наконец, самую престижную награду американской киноиндустрии за роль алкоголички в фильме «Опасная» 1935. Лесли Карон, французская артистка балета и актриса, дважды номинантка на премию «Оскар». Наибольшую популярность получила в 1950-х годах за роли в голливудских мюзиклах «Американец в Париже», «Лили», «Длинноногий папочка» и «Жижа». После выхода фильма на экраны Лесли заметили голливудские режиссеры, и вскоре она подписала контракт со студией MGM. Мария Магдалена Дитрих, немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Она еще при жизни стала легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание. Ее судьба, замешанная на искусстве, политике и сексе, ее одиночество в конце жизни все еще вызывают интерес и споры. Дитрих осталась в истории как популярная певица. Ее жестковатая контральта с выразительным тембром до сих пор привлекает поклонников своим волнующим обаянием. В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Марлен Дитрих на 9-е место в списке величайших актрис классического голливудского кино.